Как сообщают городские власти, за прошедшие выходные с улиц Нижнего Новгорода вывезено 27 тысяч кубометров снега. Расчистка снега ведется круглосуточно, на дорогах работают 320 единиц техники и более 800 рабочих. Все работы осуществлялись в усиленном режиме с привлечением дополнительной техники. Осуществлялась патрульная очистка проезжей части. Самая главная задача была это не допустить остановки движения. И второе – это вывозка снега. Увеличено количество привлеченных дорожных рабочих. Если в обычные дни мы вывозили в целом по городу от 2 до 4 тысяч кубических метров, то за последние сутки вывезено 14 тысяч кубических метров снега. Работа дальше будет продолжаться, пока все улицы не будут доведены до нормативного состояния. Уборка снега ведется во всех районах и муниципалитетах области. Вот, например, кадры из Дзержинска. По оценкам Росгидромета, примерно 30% месячной нормы уже выпало на текущий момент. На дорогах и тротуарах города работает 34 единицы техники и 90 дорожных рабочих. На дворовых территориях работает 49 единиц техники, в том числе это и вышки, которые занимаются удалением наледи, и порядка 200 дворников. Также хочу попросить, что в случае обращения управляющих компаний убрать транспортные средства с дворовых территорий для обеспечения их прочистки, тоже своевременно реагировать, потому что без этого качественная очистка дворовых территорий невозможна.